Дорова дяг бу, а енин биден. Бигар бу, Оксия Ивановна, фамилия Дичкова. Ревину умот, ауди втором куттип. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день. Меня зовут Ася Ивановна, фамилия Дичкова. Сегодня мы будем учить эвенский язык. Ревину тема от горбан джу. Сегодня тема дом, жилище. Эрек минь джу. Эрек минь джу. Это мой дом. Эрек джу утен. Эрек джу утен. Это дом деревянный. Урка. Урка. Дверь. Инмай. Инмай. Вход. Хукланка. Хукланка. Это кровать. Хур, хур, одеяло. Тиру, тиру, это подушка. Теден, теден, это матрас, матрас. Нянтадук. Дальше будет так. Тек домгала палаткать бис. Тек домгала палаткать бис. Сейчас на стойбище живут палатки. Чонгал. Чонгал. Это где хранится посуда и еда. Нерка, нерка, это средняя часть палатки. Уркыда, уркыда, это входная часть палатки, входная часть. Хэрэнг, хэрэнг, это жерди для палатки. Жерди. Нереон. Нереон. Это жердь, которая идет по верхней части палатки. Хыты. Хыты. Это ветки лиственницы. Тек. Эровинумут. Эудил пупкутеур отдап. Сегодня мы закончили учить эвенский язык. Ты бахалдарихлаорь стала. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.